Одну из главных транспортных артерий приводят в порядок. Масштабный ремонт продолжается на загородном шоссе. Причем строители трудятся исключительно ночью, дабы не создавать масштабных пробок на магистрали. Почему работаем в ночное время? Для удобства наших горожан, чтобы не создать пробки в дневное время. Это удобно даже работать в ночное время, в прохладную погоду. Тем более сейчас такая жара стоит в городе. Протяженность участка, на котором меняют асфальт, примерно 4 километра. Это отрезок от улицы Гаранькина до поворота на Волгоградскую. Общая стоимость работ порядка 71 миллиона рублей. Деньги выделены из областного дорожного фонда. Поверхность была сильно изношена, была сетка трещин, были раскрыты трещины. Вот. Поэтому было принято решение о замене покрытия на новое. То есть новое покрытие здесь укладывается в равнивающее слой и щебеночно-мастичный асфальтобетон. По контракту все работы на загородном шоссе завершатся к началу сентября. Строители дают гарантию на дорогу 5 лет.